сержанта полиции по фамилии Масич, сыграл Дмитрий Гусев. Актер умер от острой сердечной недостаточности. Это случилось 13 января 2021 года. Дмитрию Гусеву было 45 лет. Байкера Стаса Титова по прозвищу Поршень сыграл Иван Рудаков. Актеру было 43 года. Он покинул этот мир 16 января 2022 года. 29 августа 2021 года из жизни ушел Артур Деланян. В сериале «Кухня» он сыграл продюсера, который хотел снять в фильме Дмитрия Нагиева. Актеру было 59 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Полковника, друга Виктора Петровича, сыграл Виктор Муравский. Он завершил свой земной путь 17 сентября 2016 года. Актеру было 55 лет. Причиной смерти Виктора Муравского стала продолжительная болезнь. Также в эпизоде «Кухни» снялся российский шеф-повар Юрий Рожков. Он снялся в качестве участника шоу Дмитрия Нагиева под названием «Шеф-повар». Юрий Рожков умер от инфаркта 21 августа 2016 года. Ему было 45 лет. Мясного олигарха Давида Михайловича сыграл Марк Руденштейн. У актера был диагностирован инфаркт миокарда и инсульт. Он скончался 5 декабря 2021 года. Марку Руденштейну было 75 лет. В пятом сезоне гипнотизера сыграла Наталья Юнникова. Актриса покинула этот мир 26 сентября 2017 года. Причиной смерти стал инсульт. Наталье Юнниковой было всего 37 лет. Бабушку Максима Лаврова сыграла Кира Крейлис-Петрова. Актриса долгое время болела раком. В конечном итоге болезнь победила. Кира Крейлис-Петрова умерла 12 мая 2021 года. Актрисе было 89 лет. Врача в роддоме сыграл Владимир Чуприков. Актер скончался от остановки сердца на своей даче 19 сентября 2020 года. Владимиру Чуприкову было 56 лет. Бездомного сыграл Сергей Афанасьев. Актер покинул этот мир в результате продолжительной болезни. Это случилось 19 сентября 2019 года. Сергею Афанасьеву было 56 лет. Эпизодическую роль в шестом сезоне сыграл Борис Тенин. Он завершил свой жизненный путь 28 сентября 2021 года. Актеру был 51 год. Причиной смерти Бориса Тенина стал инсульт. 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни умер Александр Шаврин, сыгравший небольшую роль врача в третьем сезоне. Актеру было 57 лет. Постояльца гостиницы, к которому Виктор Петрович пришел с живой курицей, сыграл Виталий Ольшанский. Актер скончался 4 февраля 2021 года. Ему было 52 года. Причиной смерти Виталия Ольшанского стала сердечная недостаточность. 13 июня 2016 года умер Дмитрий Мирон. В сериале «Кухня» он сыграл эпизодическую роль повара, которого Виктор Петрович не взял на работу. Согласно информации из открытых источников, причиной смерти актера стало переутомление. Дмитрию Мирону был 41 год. В полнометражных фильмах «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» роль Петра Аркадьевича Баринова, отца Виктора Петровича, сыграл Олег Табаков. Актер ушел из этого мира 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. Причиной смерти Олега Табакова стал сердечный приступ. Нелли Лакоба снялась в фильме «Кухня. Последняя битва» и сыграла бабушку Розы. Актриса покинула этот мир 21 января 2019 года. Ей было 82 года.